Что касается экспертизы, которую мы сделали по польскому спуску, мы знаем, что месяц назад там было обрушение. Согласно результатам экспертизы, они уже это получены, и согласно этим результатам, дом аварийный больше, чем на 70%. Мы отселили всех жителей этого дома. Мы ведем диалоги с возможными, это потенциальными застройщиками, которые на этом месте могут это построить новый дом и обеспечить те семьи, которые на данный момент отселены, жильем. Что касается ситуации с домом Последней Фонтанской, то там еще экспертизы нет, мы ее ждем, должна быть на этой неделе.